Проверка звука. Николаев на связи. Кто нас раз, слышит? Раз. Один, два, раз. Всем доброго раз, дня. Раз. Хорошего все настроения. Нормально слышно, тебя слышно. Один, два, раз. Проба звука из Николаева. Один, два. Один, два. Тебя вообще отлично слышно. Я звука. С каким-то фоном иду. Фон попробуем сейчас тебе убрать. Раз, ночь. Раз, раз, раз. Ну, один, ничего, два. Вроде нормально. Всем хорошо? Спасибо. Да.
Добрый вечер, уважаемые поклонники баскетбола, говорит и показывает Николаев. Именно здесь сегодня состоится интереснейший матч между действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины Южинским Химиком и местным МБК Николаев. Как всегда, из города Корабелов для вас трансляцию ведут Артем Рыбаков и Филипп Епифанцев. Добрый вечер. Филипп, по уже сложившейся традиции, давай представим наших сегодняшних гостей. Наши гости. Баскетбольный клуб «Химик», город Южный. Номер второй – Олег Гончаров. Номер третий – Виталий Мальчевский. Номер четвертый – Сергей Попов. Номер восьмой – Мэтью Шоу. Номер одиннадцатый – Брэндон Фрейзер. Номер тринадцатый – Александр Беликов. Номер девятнадцатый – Александр Рыбчук, капитан команды. Номер двадцать первый – Александр Прокопенко. Номер двадцать второй – Вячеслав Петров. Номер двадцать четвертый – Владимир Конев. Номер 42-й – Александр Антипов. Номер 55-й – Илья Сидоров. Главный тренер команды – Олег Юшкин. Помощник тренера – Виталий Степановский. Ну и, соответственно, состав игроков и тренеров муниципального баскетбольного клуба «Николаев». 6-й – Александр Цыкалюк. 7-й – Максим Лукьянов. 8-й – капитан команды Алексей Ануфриев. 11-й – Андрей Кожемякин. 13-й – Владислав Тонченко. 16-й – Александр Шестуха. 25-й – Денис Иванов. 31-й – Максим Ожегов. 33-й – Богдан Лукьян. Дебютирует сегодня, это молодой воспитанник николаевского баскетбола в стартовом составе. 43-й – Илья Жуковский. 44-й – еще один дебютант в составе МБК «Николаев» Евгений Гуржий. 50-й – Артем Чемякин. Главный тренер МБК «Николаев» Сергей Кирлан. Ему помогает Максим Шепель. Президент муниципального баскетбольного клуба «Николаев» Михаил Козырь. Ну и, конечно же, арбитры. Судейская бригада, которая обслуживает сегодняшний поединок, в следующем составе. Главный судья Владислав Исаченко. Ему помогают Алексей Широбоков и Александр Беда. Технический комиссар матча Петр Драгон. У нас еще есть... Я хотел бы немножко поправить, Артем. Богдан Лукьян не в стартовом составе, а в стартовом заявке. Абсолютно верно, Филипп. Взрослой команды уже, но я не сомневаюсь, что он выйдет сегодня в стартовой пятерке, конечно. Турнирная таблица перед сегодняшним поединком. Я напомню, что близится к завершению чемпионат Украины, регулярная часть его. Значит, МБК «Николаев» после 29 проведенных встреч имеет в своем активе 13 побед и, соответственно, 16 поражений. Южинский «Химик» провел еще на 2 игры меньше. 27 игр, 23 победы, 4 поражения. И пока южнинцы на третьем месте в турнирной таблице. Николаевцы ведут борьбу вместе с Одесской «Випой» и Запорожьем за 5-е место в итоге, да? Еще пока, да, ничего не решено. Абсолютно, сейчас каждая, да, игра решает, как для Николаева, так и для Одессы и Запорожья. А южнинский «Химик», безусловно, ведет борьбу за первое место. То есть каждая команда решает свои турнирные задачи. В предыдущем туре оба сегодняшних соперника проиграли свои поединки. Николаев последние секунды драматичного поединка в Одессе уступил «Випе» со счетом 73-71. А южнинцы на выезде в Кривом Роге уступили «Кривбасу» со счетом также 2 очка 67-65. Ну вот уже коллективы появились на паркете. Называем стартовые пятерки. Стартовые составы. Мэтью Шоу, «Химик», естественно. Брэндон Фрейзер, Александр Прокопенко, Владимир Конев и Александр Антипов. Мяч в игре. И называем, соответственно, пятерку Николаева. Кожемякин, Шестуха, Ануфриев, Цыкалюк. Нет, Цыкалюк и Лукьянов. И Лукьянов. Такой старт у МБК «Николаев». Смотрим за развитием атаки. Борьба. И дальний бросок. От Конева. Он является лидером своей команды по набранным очкам. В среднем 12,2 очка за игру набирает Владимир. Посмотрим, чем смогут ответить хозяева паркета. Максим Лукьянов. Лукьянов. Шестуха, Цыкалюк. Нет, не отдает Цыкалюку передачу. Шестуха. Алексей Ануфриев получает центровую позицию. Легко. И первые два очка от капитана МБК «Николаев» Алексея Ануфриева. 3-2. Вот так активно начали коллективы. Раз ты уже назвал, Филипп, самого результативного игрока в составе южнинского «Химика» Конева, его результат 12,2 очка за игру. Я назову самого результативного игрока в составе МБК «Николаев». Это Александр Шестуха. В целом 13,1 очка набирает Александр за матч. Александр Прокопенко получает первое персональное замечание.
статистика нынешнего чемпионата такова, что МБК «Николаев» проиграл все три предыдущие встречи Южинскому «Химику». И тут интересный нюанс. В среднем за все эти три игры «Николаев» забивал 60 очков, а «Химик» забивал 80 очков. Проигрывали в среднем по 20 очков. Сегодня будем следить, повторится ли, да, или же что-то статистика изменится. Или же изменится. Первая замена. Александр Рябчук вместо Александра Прокопенко. Замена у «Химика». Капитан команды «Южинского химика». Шестуха. Очень плотно защищаются южнинцы. Кожемякин будет атаковать. Нет, против Большого остался. Лукьянов надо было бросать. Ух, и Цикалюк. Не сумел Цикалюк добить, но мяч отскочил. Что случилось? Травма а вот получил. Мы видим, да. Фрейзер там, да, вот. Насколько серьезное повреждение. Лидер по подборам Брэндон Фрейзер у Южинского химика. В целом 4,4. Лидер по передачам. По передачам. Фрейзер, ну, я думаю, не может восстановиться. Замена все-таки, наверное, будет. Нет. Нет, остается он на паркете. Нет, все-таки уходит. Замена. Что-то произошло. Вместо него Илья Сидоров, молодой игрок, 96-го года рождения, 55-й номер Южинского химика. Кожемякин. И фол нарушает правила Мэтью Шоу. Это первое персональное замечание у Шоу. И три командных уже у южнинцев. За полторы минуты стартовой 10 минут. Агрессивно играет Николай в нападение. Это приносит свои плоды. Ануфриев в углу площадки. Один в один. Неудобно бросать было Алексею. Кожемякин очень активно идет в проход. Уже не первый раз в этой встрече. И добивается успеха. Андрей Кожемякин. 4-3. Минимальное преимущество хозяев. Ответ южнинцев. Мальчевский не смог забить. Цикалюк на подборе. Кожемякин. Решил повторить проход, потеря, но сейчас потерял мяч. Кожемякина, Ануфриев. Сам смогли защититься. Нет, Шестуха получает первое персональное замечание. Шел быстрый прорыв Илья Сидоров. И лишь ценой нарушения правил Александр Шестуха. А нет, фол капитану МБК «Николаев» Алексею Ануфриеву. Замена. Нет, замены. Штрафные пробивает, готовится пробить Илья Сидоров. Первый точно, 4-4. Вот мы как раз видим сейчас на общем плане достаточно большая группа поддержки Южинского химика. Приехали болельщики. Обычная практика. Николаевцы ездят в химик, в Южный. Ну так уж получается, что географические соседи рядом, сегодня, да, встретились. И все время много болельщиков команды Шестуха. Счет на потеря, нет. Кто-то сыграл ногой. Владение у Николаева. 14 секунд на атаку у Корабелов. Кожемякин. Не могут вынести. И потеряли Кожемякина. Мяч, Алексей Ануфриев. Нет, все-таки смогли забрать. Кожемякин сам. И очередные два очка. Уже 4 очка Кожемякина в сегодняшней игре. Он пока лидер у николаевцев. Кожемякин играет агрессивного нападения. Он 4 очка забил. И на нем два раза свалили соперники. Вот сейчас мы... Олег Яушкин недоволен каким-то решением арбитров. Что сейчас, что решит рефери? Мяч остается у кого? Мяч у Николаева. Технически получил, я так понимаю. Олег Юшкин получил технически, я так думаю. Сейчас мы послушаем объявление судейского столика.
забивает капитан. Ну, один бросок, один бросок Николаева. Кожемякин. Ануфриев. Получает мяч, проход не получается. Снова Кожемякин, самый агрессивный. Пока сегодня. В эти минуты в составе МПК Николаев. Ставился против Большого, легко обыгрывать. И тут неудобно. И не дают, конечно, бросать южнинцы. И потеря. Александр Антипов, он так гораздо помощнее Кожемякина. Уверенно сейчас защитился. И неожиданный прессинг от Николаева. Это больше сдерживающий, конечно, прессинг. Ну, время украли. С мячом южнинцы. Рябчук. Долго готовят свою атаку чемпионы. Не точно. Ануфриев. Сразу два игрока Николаева, Ануфриев и Цекалюк, боролись за этот отскок. И вот уже шестуха у паркета. Лукьянов сам в углу, но долго мяч делал. Отважился на дальнюю атаку. Браво, Лукьянов. И три очка от Максима Лукьянова. 10-5 впереди хозяева. Вот такой интересный старт здесь у нас поединка. Настрой серьезный. Александр Цикалюк получает фол, пытался перехватить Саша. Настрой у Николаева серьезный, но я должен заметить... Во всяком случае, по первым минутам можно это констатировать. Как да. будет дальше, посмотрим. Получается в нападении у Николаева и три, и из-под кольца. Ответ южнинцев. Бросок со средней дистанции не точно, точно, но Конев забирает подбор. Не поставили спину. Защитились Корабелы. Кожемякин снова. Потеря Кожемякина. Ну, потеря и тоже перехват, можно так сказать. Алексей Нуфриев, вы забили. Точно. Точно. Это кураж. И думаю, сейчас будет тайм-аут. Да, он Южники так, во всяком случае, логически просится, напрашивается просится этот тайм-аут. 13-5 впереди хозяева паркета. И фол Максиму Лукьянову. Лукьянов получает первое персональное замечание. На Александре Антипове. У Николаева три командных фола. Сидоров. Вторая его попытка со средней дистанции, на сей раз точно. Очень уверенно атакует, верит в свои силы. Кожемякин. Заслон ставит Цикалюк, Кожемякин. Шестуха еще не атаковала за дуги, не точно. Не забивает. Лукьянов, Ануфриев уже забили. Конев. В зоне стоит Николаев. Как здорово есть сейчас. Некоторые проблемы. Переиграл Химика своих нападений. Ну вот сейчас после этого забитого мяча. Илья Сидоров очередные два очка записывает на свой счет и на счет своей команды. 13-9. Пока впереди хозяева. Кожемякин. Лукьянов. По периметру пока гоняют мяч Николаев. Цикалюк просит высоко. Цикалюк. Ануфриев, пора атаковать. 4 было секунды. Леша не точно. Слишком далеко и не точно. Атака невразумительная у Николаева. Никакого не было движения. А вот точный Илья ответ. Сидоров. Илья 7 Сидоров очков подряд забивает. Браво, Илья. Он Сергей сейчас... Кирлан уже вынужден брать тайм-аут. Я имею в виду, Илья Сидоров сейчас лидер по результативности в составе южнинского Химика. 7, нет, на его счету уже 9 очков. 9 и 7 очков. Подряд. И 7 подряд, да. Вот такой отрезок выдал Илья Сидоров. Результативный баскетбол у нас пока в эти минуты, не правда ли, Филипп? Команды сыграли 5,5 минут, 13-12 счет. Мы уже отметили с тобой, что все три поединка в нынешнем чемпионате Корабелы проиграли сегодняшнему сопернику. А если вот так вот экскурс в историю, то последний раз МБК Николаев здесь в Надежде выигрывал у южнинского Химика, вдумайтесь, 23 числа 23 февраля 2013 года со счетом 88-68. 20 очков, и это было... Три года назад. Очень давно не радовали своих болельщиков Корабелы победами именно над южнинским Химиком. А выигрывал Николаев
на выезде. В южном, соответственно. В 2011 году. Вообще давно. 5 лет назад, в марте 2011 года. Ну, когда-то же нужно поломать эту такую невеселую для Николаева статистику противостояния с южненским химиком. Активна группа поддержки южненского химика. Николаевцы вводят мяч в игру. Это Александр Шестуха. Владислав Тонченко появился на паркете, основной разыгрывающий МБК Николаев. Тонченко основную часть сезона провел в стартовом составе. Сегодня чуть ли не впервые он выходит с лавки. Ну, такое решение Сергея Кирвана. Шестуха, опасная была передача от Тонченко. Сам пойдет Александр Шестуха. Сам против большого И браво. Со второй попытки Цикалюк забивает сверху, добивает этот мяч. Очень красивый момент. 15-12. Снова зона. Здорово сейчас на замахе обыграл своего соперника Александр Антипов. И Цикалюк зарабатывает. Цикалюк или Шестуха? Цикалюк. Цикалюк. Это второй его фол. Второй фол. Александр Антипов на линии штрафных бросков. Не точен первый бросок Александра Антипова. Вторая попытка. Второй бросок. Второй также мимо. Также мимо. Борьба. Алексей Ануфриев с трудом забрал мяч. Антипов тут же нарушил правила. Нет, на... нет. Владислав Тонченко совершил пробежку. Потеря вот у Николаева. С нашего комментаторского места так показалось, что нарушал правила Антипов. Вячеслав Петров впервые появляется на паркете. Лидер по подборам у южненского химика. И вернулся в игру Брэндон Фрейзер. Все нормально у него. Я имею в виду, травму никакую серьезную не получил. Шестуха. Цикалюку хорошая передача. Тонченко надо забивать после такого паса. Да, браво, браво. Забивает. Хорошую Тонченко. Атаку разыграли Корабелы. Абсолютно чистый остался Владислав и забил 3 очка. 18-12 впереди снова хозяин. Снова зоны прессинг. И снова он приносит результат. Это атаковал из-за дуги Виталий Мальчевский. Не точно. Тонченко один в один будет ли обыгрывать. Хорошая передача. Хорошая передача. Эффектные 2 очка от Максима Лукьянова. И Олег Юшкин вынужден брать тайм-аут. 20-12. Теперь 7-0 отрезок, отрезок выдал Николай. Вот как у нас. Два раза по 7. Сначала 7-0 отрезок от химика, теперь 7-0 от Николая. Аграрная компания «Авангард» – официальный партнер Федерации баскетбола Украины. Ну вот мы видим, да, как эмоционально реагирует Олег Юшкин на игру своих подопечных в эти стартовые минуты первой четверти. Явно недоволен наставник чемпионов действиями своих подопечных. Ну, буквально две недели назад южненский химик у себя на паркете легко разобрался с Николаевым. Да. Выиграл со счетом 83-60. И причем там с первой четверти уже стали наращивать, ну, добились преимущества. То есть интрига была, сразу было видно, что интриги не будет, скажем так, в этой игре. Сегодня? Пока. Ситуация другая. В роли догоняющих находится южненский химик. Посмотрим, как надолго хватит запала у Корабелов. Денис Иванов выходит на паркет. Это, скажем так, козырь, шокер. Козырь. Но последнюю игру Филипп, которую Николаев проводил в Одессе, выездной поединок, ну, не самую лучшую игру провел там Денис Иванов. Тренеры ждут от него большего. Посмотрим, что сейчас, вот он, как он на паркете будет действовать. Ну, первые свои игры в составе МБК Николаев Иванов провел очень ярко. Поэтому это... Опытный исполнитель, посмотрим, насколько он сейчас войдет в игру. Ну, тоже покажется, что была потерка. Ануфриев все-таки смог забрать, мяч нет. Я не вижу, а время на атаку почему-то нет. Судья останавливает. Ошибся, видимо, судья с секундами лист. 24 секунды на атаку давно вышло, но сирена не прозвучала. А сирена не прозвучала, да. Мы это заметили, и даже заметили арбитры. Александр Шестуха, он пока без замен у нас в первой четверти. Тонченко, против него активно защищается Александр Левчук.
Иванов. Шестуха, заслон Цыгалюк ставит. Тонченко пошел в проход. Сам Владислав. Проход и под Рябчук больших вынужден фалить. Залез Владислав, а правило нарушил Александр Рябчук. У Рябчука это первое персональное замечание. Владислав Тонченко еще сегодня у нас не забивал. Вот у него есть хорошая возможность отличиться. Первый точно. Вторая попытка. И плюс 10, плюс 10 впервые в сегодняшней игре. Плюс 10 для МБК Николаев. 22-12. Плюс 10 для Николая не только впервые. За последние года 3, так точно. Над Химиком у Николаева плюс 10. В том же духе продолжать Николаеву, но Химику, соответственно, для Химику, победу да, что-то совсем надо менять. Что-то да, надо совсем менять. Надо все делать Илья по-другому. Илья Сидоров забил подряд 7 очков против сейчас Шестухи. Сейчас накручивает Шестуха, и Шестуха получает персональное замечание. У Шестухи это первое персональное замечание, и фолы уже пробивные. Илья Сидоров, лидер сегодня команды. А что мы видим? Всего два человека сегодня забивают у Южинского Химика. Да, пока. Это Сидоров и Конев. И Конев забил первые свои 3 очка первым броском. С тех пор забивает только Илья Сидоров. Удивительно. Конец первой четверти, никто не может забить. Ну, может быть, об этом в тайм-ауте и говорил своим подопечным Олег Юшкин, Сидоров. Второй точно. А вот прессинг. Вот Химика. Вы вышли пока из этого прессинга николаевцы, из-под этого прессинга. Прессинг был на получение. Уже дальше отпустили Тонченко. Шестуха. Заслона Цыгалюка. Еще не было возможности бросить для Иванова. Неожиданное это получение. Цыгалюк забирает шикарный подбор. И нарушил правила сейчас Виталий Мальчевский. У Мальчевского это тоже первое персональное замечание. Александр Цыгалюк на линии штрафных. В последнее время у Саши не ладится. Крайне неудачно пробивает штрафные Александр Цыгалюк. И в последнем поединке в Одессе также неудачно. Вот посмотрим, как сегодня. Не самый лучший компонент в игре Александра это пробитие штрафных. Долго готовится. Первый точно. Сглазили в обратную сторону мы. Наговорили. Ну вот посмотрим, как сейчас второй бросок. Нехороших вещей про Сашу по поводу его бросков, но он забил. Ну много опроверг. Работает Александр над этим компонентом. Судя по виду, Саша много работает в зале штанги. И поэтому, видимо, у него с броском сейчас не все ладится. Второй не точно. Что, Шестуха? Шестухи фол. Третий фол. Вот это очень ненужный фол. И замену сразу готовит Сергей Кирлан. Максим Ожегов. Второе в персональное замечание у Шестухи. И Максим Ожегов в игре. Плохой фол. Мучается Химик. Не могут забить. А тут без борьбы. Шестуха получает персональное замечание. И Александр Беликов получает шанс забить спокойно 2 забивает два спокойно очка. 2 очка. Да, первый точно от Александра Беликова. 23-14 впереди Николаев. Второй мажет Александр Ануфриев Беликов. Забирает тяжелый подбор Алексей. Тонченко. А вот уже пару минут на паркете Иванов, Филипп, мы это, не было возможности. Очень это плотно его держит. Денис, как мы знаем, силен в броске. Алексей Ануфриев. Но не трехочковый. Менее силен в броске капитан МБК Николаев. Алексей Ануфриев. Это второй точный трехочковый от Александра Алексея Ануфриева. Илья Сидоров. Пошел в проход Петров. Вячеслав Петров. Забивает хорошие 2 очка. Снова прессинг. 26-16. Плюс 10 для хозяев паркета. Пошла последняя минута первой четверти. Тонченко легко справляется с прессингом. Всех обыграл. Хорошая скидка на Иванова. Надо забивать. Забивает Александр Денис Иванов. Я прошу прощения. Это первый бросок и первый точно от Дениса Иванова в сегодняшней игре. 29-16. Неожиданное вообще хозяева. Начало для Химика. В первую очередь неожиданное, я думаю. Сидоров.
точно. Кураж, кураж. 13 очков за четверть забивает Илья Сидоров. Браво, Илья. 29-19, плюс благодаря 10. Благодаря Сидорову и Химик еще чуть-чуть Химик, да, держится. Держится в первой четверти. Ну что, до конца Тонченко. Нельзя давать шансы Южному уже на атаку. Сам Владислав пытается порвать дистанцию для бомба. И Цикалёк успевает бросить. Нет, успевает, очка, а забить не засчитывается. Ну что ж, мы констатируем, Филипп, тот факт, что с результатом 29-19 МБК Николаев, может быть, для кого-то и сенсационно выиграл первую четверть у Южинского Химика. 29 очков за четверть для Николаева. Хороший результат. Хороший, безусловно. Для Химика пропустить 29. Плохой результат. Ну, 19 Николаев пропустил, это среднее, это нормально. И для Химика 19 забитый тоже нормально. Проблема защиты Химика. Химика, да. За счет чего? Николаев забил 5 трехочковых в этой четверти. Это уже 15 очков. Вот есть о чем сейчас рассказать своим подопечным Олегу Юшкину в этом перерыве. И вот мы видим, Сергей Попов, наверное, сейчас появится в игре. Так что-то сказал ему наставник чемпионов. По результативности у Николаева капитан Алексей Ануфриев 9 очков. Он самый результативный игрок в составе МБК Николаев. Две точных трехочковых атаки совершил Алексей. Забил один штрафной. Забил технически. Технически, а я не могу понять, откуда 9 очков у Леши. Один штрафной забил Алексей и два с игры. Как мы уже сказали, у Южнинского Химика лидер один, Илья Сидоров, 13 пунктов. У Южнинского Химика забило уже 4 человека. 4, да. Александр Беликов, правда, ну, один фол. Забил одно очко. Посмотрим, произойдут ли замены сейчас у Николаева и, соответственно, у Южинского Химика. У Николаева все получается. Этот состав хорошо играет, но мы должны помнить, что этот состав не сможет играть все 40 минут. Все 40 минут, безусловно. Об этом хорошо то потихонечку понимает и Сергей Кирлан. Вот Кожемякин вместо Тонченко. Вместо Тонченко. Кожемякин хорошо начал, правда, сделал две потери. Но начало очень было агрессивное, забил у 4 Химика. Очка. У Химика Попов. Как я и сказал, появился Сергей Попов, да. Он дебютирует в сегодняшней игре. Кожемякин с мячом. Иванов получает чисто. Сам для себя создает Денис. И сам очка. Забивает. Вот сегодня пока все со 100% результатом. Но это сейчас здесь была разыграна конкретная комбинация, конкретно под Иванова. И она прошла, и два очка от Николая. Фрейзер. Попов. Попов сам долго нет, готовится. Нет, Цесрели не стал, и Цикалёк успел все-таки выбить мяч в аут. Беликов. Фрейзер, Попов. Вновь Фрейзер. Фрейзер со средней. Точно со средней. Очень уверенно. Кожемякин не смог помешать ему забить. Это первые два очка у Фрейзера в сегодняшней игре. Потихонечку просыпается Южинский Химик. Иванов. Снова комбинация под Иванова. На этот раз не прошла. Жеков не стал атаковать из-за дуги. Залез под, под Большого. Вячеслава залез. Петрова. И Кожемякин останавливает эту атаку. Два очка засчитаны, конечно же, не будут. Попов. Сергей Попов выносит мяч из-за боковой линии. Вот Попов, Фрейзер. По-прежнему стоит зона у Николаева. И Фрейзер уже а вот 5 очков. Фрейзер за включился. 2 и 3 подряд забивает. Сергей Кирлан поднимается. И 7 очков стула. Уже гандикап Николаева. 31-24. Снова ищет Иванова. От Иванова это не его уже. Один в один он вряд ли обыграет. Промахивается сейчас с близкого расстояния Дениса. Денис Иванов. Пора бежать в защиту. Как же так? Потеряли под своим кольцом Александр Александра Беликова. Остановились. Остановился Николаев. Просто или Цикалёк встал. В защиту не бежит. Вот сейчас будет замена.
Артем Чемякин. Артем Чемякин готовится выйти. Ну что-то не то. 31-26 пока впереди еще. Нельзя хозяина. Так легко отдавать 10 очков этого преимущества. Ажегов. Ажегов сам снова не получается забить, но мяч остается у Николаева. И замена сейчас произойдет. И 4 секунды на атаку для Николаева. Нет. Арбитр Илья показал. Жуковский и Артем Чемякин. Двойная замена у Корабелов. Владислав Исаченко показал, что не 4, а всего 14 секунд. 14 секунд на атаку у николаевцев. Кожемякин. Проблемы уже не первая сегодня уже раз. Проблемы с выносом. Пока ни разу не потеряли. Но предпосылки были. Накрывает бросок Чемякина. 7 секунд, надо торопиться. Алексей Ануфриев видит. Потерял мяч, видит капитан. Алексей. Но не надо уже фалить, это будет от Конева бросок сверху. Кожемякин правильно принял решение. 31-28. Впереди хозяева. Все-таки включился химик. Вот, ну, по-другому проблемы. Быть и не могло. Проблемы, о которых мы говорили, привели к потере у Николаева. И тайм-аут берет Сергей Кирлан. Ну, все абсолютно прогнозировано. Посыпался Николаев. Не могут вынести даже мяч уже из-за лицевой линии. Аграрная компания «Авангард» – официальный партнер Федерации баскетбола Украины. 2 минуты 40 секунд сыграно во второй четверти. Пока по итогам второй четверти впереди у нас гости. 9-2. Вот с таким счетом Южинский химик выигрывает отдельно взятую вторую четверть. Южинский химик очень сильно прибавил в защиту. Николаева просто приходят, останавливаются и не знают, что делать. Такой вот энергичный танец от группы поддержки МБК «Николаев». Спасибо девчонкам. А команды возвращаются к игре, возвращаются на паркет. Без замен у химика. Нащупал все-таки Олег Юшкин состав. Оптимальный пока, по крайней мере, на данный момент. И у Николаева... Илья Жуковский сегодня появляется. Кстати, лидер Николаева по подборам. Впервые вышел во второй только четверти на паркет. Еще один дальний бросок, на сей раз неточный. Повезло, можно сказать, Николаеву. Фрейзера Брэндона. Фрейзер атаковал абсолютно чистый. Иванов тоже чистый. Иванов не попадает. Дуэль снайперов пока у нас прервалась, скажем так. Потеря. Тонченко, этот мяч нужно было, конечно, забирать. Не завладел мячом Тонченко. Фрейзер. Фрейзер сам ищет для себя. Но все нормально, у него получается. И 2 очка. До минимума сокращает отставание Фрейзер. И впрессингует южнинцы. Показывает расступиться Тонченко своим партнерам. Показывает шире, а почему шире, сейчас мы увидим. Какую-то комбинацию готовят николаевцы. Домашняя заготовка. Вот, разве большого остался Тонченко. Получилось обыграть. На Жуковского хорошая передача. 5 секунд. Пора атаковать Жуковскому. Долго Жуковский. Долго успел. 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 И забил 2 очка. С сиреной. Интересные, конечно, 2 очка, но забил. И вот сейчас пропустили атаку южнинцев Корабелы. Нет, все-таки смогли справиться. Фол и гол. Чемякин получает первое персональное замечание. Вячеслав Петров продавил, протаранил, даже можно так сказать. И Вячеслав имеет шанс сравнять счет в этом поединке. На линии штрафных Вячеслав Петров. Нет, не забивает. Не сравнивается, все-таки остается преимущество. Минимальное Николаева. Преимущество хозяев. 33-32. Жуковский, Иванов. Продолжает атаковать. Снова не точно Иванов. И нарушает правила Владислав Тонченко. Не успевал он сейчас за Брэндоном Фрейзером. У Тонченко это первое персональное замечание. И Алексей третья команда. Ануфриев выходит на паркет и Максим Лукьянов.
вместо Иванова и Жуковского. Такую вот замену произвел Сергей Кирлан. Фрейзер. Плохо защищались николаевцы и получили три. От Александра Беликова. Остановились, но надо сказать, что химик прибавил во всех компонентах. Во всех компонентах игры, в защите и в нападении. А Николаев... Ничего пока не могут противопоставить хозяева вот такой игре химика. А Николаев за 5 минут забил 4 очка. И получается теперь в нападении у Николаева. Ануфриев. Шемякин. С фолом не забил, но два штрафных броска. Нарушил правила против него Вячеслав Петров. Такая дуэль бигменов у нас сейчас мы наблюдаем. В предыдущей атаке химика Петров продавил Чумякина. Сейчас ему попытался ответить Артем, но заработал два штрафных. А что мы видим? Такое впечатление, что был у химика недонастрой. Думали, что все будет легко. Легко, да. Легко не получилось. Получили. Пришлось включаться. Минус 10 и включились на свою силу, скажем так, и вернули. Один из двух штрафных забил Артем Чумякин. Теперь минимальное преимущество химика. 35-34. И возвращается в игру Александр Цыкалюк. Конев. Фрейзер. Зоны сдерживающий прессинг. В исполнении Николаева. Конев заслон ставит на Тюшоу. Перехват от Ануфриева. И фол. Останавливает Александр Беликов атаку Николаева. Это первое командное в этой четверти замечание. Второе персональное замечание у Александра Беликова. Александр Антипов появился на паркете у Южинского химика. Лукьянов. Лукьянов против оставить его один на один. Хорошо положил на паркет. И не за, а вот добивает этот. Цыкалюк уже второй раз забивает. Вот мы немножко поучаствовали в игре. Мяч прилетел к нам. Второй раз добивает. Второй раз вот так вот забивает. Красиво Александр забивает Цыкалюк. Очка. И минимальное преимущество хозяев 36-35. Фрейзер. Беликов сам. Цыкалюк локтем накрыл. Фол Цыкалюку. Да, Александр Цыкалюк и просит замену, Саша, что-то произошло. Нет, все-таки остается на паркете и третье персональное персональное замечание у Цыкалюка. Мэтью Шоу сегодня еще не забивал. Вот это его первое очко. Цыкалюк пока разговаривает, надо идти на подбор. Вот, правильно, потому что можно проиграть подбор, а не разговаривать с арбитрами нужно. Два из двух от Мэтью Шоу. И вновь впереди южницы 37-36. Александр Лепчук выходит на паркет. Сейчас что-то ассистент тренера южнинского химика что-то ОФП пытается. Ему нельзя сюда вообще подходить. На что арбитры и указывают ему. А о чем он говорил, мы, конечно, не знаем. Ну, мы можем об этом узнать на послематчевой пресс-конференции у главного тренера южинского химика. Я думаю, что если он еще раз подойдет к столу, то команда получит техническое замечание. Техническое замечание, такое может быть, да. Прессингуют южинцы. Шестуха. И Конев. Нарушил замечание. Правила, да. Это первое персональное замечание у Владимира Конева в сегодняшнем матче. Владислав Тонченко. Цыкалюк отдал ему передачу. Вновь с мячом. Цыкалюк просит под кольцом, но тяжело ему там будет. Лукьянов хорошо. Ануфриева нашел абсолютно чистого. И не забивает капитана пока Николаев. Сбился прицел у дальнобойщиков, скажем так, Николаева. Вот это преимущество 10 очков, оно еще было за счет того, что очень хорошо бросали штрафные броски, трехочковые броски николаевцы первой четверти. Фрейзер обыграл, не забил. И вот наконец-то николаевцы отбились. Точно, надо остановиться, Владислав, меньше. С трудом справляется. Браво,
эффектный момент. Красивый такой, по-настоящему. Я на секунду потерял дал речь. Это момент десятку лучше. Десятку лучше, да. Очень эффектно. Слэмдан в исполнении Александра Цикалюка. Но нашел хорошую передачу Цикалюка. И Конев не забивает. Ануфриев забирает очередной подбор. Надо будет Кончика. Посмотреть статистику. Мне кажется, что Ануфриев лидер по подборам в сегодняшней игре в МБК Николаев. Как красиво в данной секунде играет Николаев. Через все поле пас Тонченко на Цикалюка. И Цикалюк, не глядя на Лукьянова, и два очка от Лукьянова. И как следствие 40-37 плюс 3 для хозяев. Тут даже дело не в том, что повел Николаев, а в красоте. Психологически в красоте. Нет, в красоте и в мысли Николаева в нападении. Южнинского химика по-прежнему самым результативным игроком в сегодняшнем матче остается Илья Сидоров. В его активе 13 очков. Второй по результативности Брэндон Фрейзер. 7 пунктов у него. У Николаева лидер Алексей Агнуфриев пока 9 очков. И два игрока набрали по 7. Александр Цикалук и Максим Лукьянов. А я напомню, что аграрная компания «Авангард» является официальным партнером Федерации баскетбола Украины. Конев, Рябчук, Антипов, Фрейзер. Легко справились с Южницей. И Виталий Мальчевский. А Николаев без замен. Две хорошие атаки последние провели николаевцы. Рябчук из-за дуги абсолютно чистый. Не точно. Шестуха на подборе. Тонченко. Снова. Какой эффектный момент. Что правда. Творит сегодня Цикалюк? Но правда Тонченко. Тонченко, да, тут заслуга. Связка. Связка Тонченко-Цикалюк. Все 8 своих очков Цикалюк забивает сверху. Красивые моменты вот именно сейчас во втором четверти. В раннем нападении причем. Цикалюк первый там. Тонченко находит его передачу и бросок сверху. Цикалюк не пошел. Мальчевский сам не забил. Но подбор выиграли южнинцы. 14 секунд. Конева нужно держать. Конев лидер своей команды по забитым очкам. И 3 очка от Конева. 42-40, плюс 2 для МБК Николаев. 2 минуты до большого перерыва. Лукьянов. Было похоже потеря. На пробежку, но все-таки сделал потерю Рябчук. И уже не пытался защищаться Шестуха. Шестуха, наверное, правильно сделал. Он не успевал занять позицию впереди игрока. А так мог получить и фол, и пропустить 2 очка. Тонченко. Заслон ставит Цикалюк. Шестуха. Потеря. Да, нет. Справился Шестуха и сам же атакуется средней дистанции. И опять подбирает Цикалюк. Цикалюк, я думаю, кто-то сделает нарезку сегодня. Хотя бы первой половине от Цикалюка. 5 бросков сверху. Очень эффектно. 3 из них добивания сверху. 2 из них с передач Тонченко. Конев. Рябчук. Ануфриев против Рябчука. Конев. С рукой нужно Конева держать. Лукьянов. Толкнул Конев сейчас. Получает замечание. Но Максим, конечно, не поставил всю же спину, а пытался успеть за мячом. Второе персональное замечание у Владимира Конева. И четвертое командное для химика. Антипов покинул площадку. И Вячеслав Петров вошел в игру.
и Алексей Беликов. Вот такие замены произвел Олег Юшкин. Тонченко. Шестуха. Здесь некая комбинация на Тонченко она получилась. Тонченко сам обыгрывает. Какая блестящая. Да что ж творится в сегодняшней игре? Это уже пятый сверху. Шестой бросок сверху. Три добивания и три с передачи Тонченко. А сейчас с небольшой изюминкой, с фолом забивает. С фолом забил Александр Цыкалюк. Такая игра не может не нравиться местным болельщикам. А это все в лучшие моменты, я думаю, сегодняшней игры. Я думаю, серия по броскам сверху одна из лучших в этом сезоне и среди всех команд. И еще и штрафной забил Александр Цыкалюк. В ударе, что называется сегодня, бигмен МБК Николаев. Цыкалюк и Тонченко. Тонченко снабжает тоже его передачами. 47-42. 36 секунд до завершения первой половины матча. С мячом южнинцы. Успевают пока николаевцы. Большой получают передачу. И не точно. 3 секунды. 2. 1. Что? Пробежку. Пробежка. Пробежку фиксирует арбитр. Рефери. И 20 секунд на владение у Николаева. До конца можно доигрывать первую половину матча Корабелом. Ну, не потерять. Не Алексей Нубрев, конечно, должен владеть. Тонченко не потерять, не дать возможность соперникам атаковать ответ. Ну, естественно, попробует забить. Ну, а южницам, соответственно, необходимо защититься. Цыкалюк идет ставить заслон. Не точно. И потерял Тонченко. Потерял. 4 секунды. Могут успеть забить. Конечно. Ну, вот это худший сценарий. Шестуха успел получить фол. У Шестухи это уже четвертое персональное замечание. Четвертое персональное замечание, если это у Шестухи. То... Вот к чему привела ошибка Тонченко. Тонченко, ну стой, ну не забивай уже, ну стой до конца. Мало того, что шанс забить у соперника, еще твой партнер вынужден был фолить. И не прощает пока. Вот еще, почему Шестуха ставит большому мяч и спину сейчас под кольцо. Если Фрейзер сейчас промажет, то мы имеем большие шансы, чтобы... Нет, все-таки повезло Николаеву. Надо стоять. Забивает два Фрейзер. Тонченко сыграл минус для своей команды. Таким образом, на большой перерыв команды уходят при счете 47-44 в пользу МБК Николаев. Увлекательно у нас была первая половина матча, не правда ли, Филипп? Надеемся и ждем от команд, что и вторая половина пройдет в таком же ключе. Зрелищно и результативно. Давайте отдохнем и мы с вами, уважаемые телезрители.
Продолжается поединок в Николаеве, где после первой половины местный МБК со счетом 47-44 переигрывает Южнинский Химик. Я обращаюсь к Филиппу Пифанцеву. Филипп, как выглядела первая половина матча с точки зрения статистики? С точки зрения статистики, что сразу бросается в глаза, это тотальное превосходство Николаева по подборам над своим соперником. 23 подбора сделали николаевцы и всего лишь 13 за половину подборов сделали южнинцы. Еще хотел бы отметить Цикалюка. 14 очков, 9 подборов на его счету. Близок он к дабл-даблу. Близок к дабл-даблу. Здесь показано, что на чужом счете он сделал 2 подбора. Это ошибка. Он 3 раза только добавил сверху. Ну вот уже первая атака южнинцев в третьей четверти. Фрейзер. Бросок со средней дистанции, точный такой, через трудовой, руку, точно по трудовой два очка. Забивает Фрейзер. 47-46. Точно какую-то комбинацию показывают, стоят николаевцы. Лукьянов пошел под Иванова. Комбинация не получается, Денис сам. Лукьянов. Точно, пора атаковать. Два очка, Владислав. Два очка получит забивать точно, и что-то происходит. Ударился лежит, Владислав. Спиной или головой, Владислав. Неприятный момент. Александр Рябчук. Замена в составе Южинского Химика. И замену просит Владислав Тонченко. Андрей Кожемякин. Напомним, мы в первой половине очень хорошо играла связка Тонченко-Цикалюк. Да, вот эти все, все яркие моменты. Моменты, это именно эта пара организовала в составе МБК Николаев. Мэти Шоу. Конев. Кожемякин перехватывает мяч. Ох, какой фол. От Конева. Кожемякин в лицо. Попадает Конев в плечо. Кожемякин дает фол. Показывает рефери, что фол Кожемякин. Ну, интересный момент, конечно. Ну, жалко, да, у нас нет повторов технически, чтобы посмотреть еще раз. Да, мне показалось, что на встречных курсах пошли, конечно. Но все-таки арбитр так увидел, значит, так оно и есть. Фрейзер. Рябчук. Конева самого оставляют на дуге. И сразу же следует наказание. Точная трехочковая атака. Наказание. И ровный счет 49-49. Вторую четверть Южнинский Химик выиграл со счетом 25-18 у Николаева. Ануфриев долго стоит, Николаев долго ничего не делает, Лукьянов сам. Цикалюк. Цикалюк не сумел сейчас. Также, правда, Иванов не смог забить. А у Цикалюка, тем не менее, хоть он и не забил, дабл-дабл. Мы видим, подбор он на чужом щите сделал. Продавил сейчас Цикалюка Вячеслав Петров. И вперед вышли южницы. 6 очков уже в активе Вячеслава Петрова. Это фол. Фол сзади. Рябчук останавливает атаку. У Рябчука это третье персональное замечание. Кожемякин, Цикалюк. Опасный момент. Мне показалось, что Кожемякин был еще в ауте, когда Цикалюк отдавал ему передачу. Как плотно играют с Денисом Ивановым южницы. Иванову не дают ни сантиметра площадки. Кожемякин 10 секунд. Заслон ставит Цикалюк. Долго возится. Снова долго. Кожемякин сам идет. Это не, атака не очень. Но и Цикалюк делает на подборе первый. И 16 очков уже на счету Александра Цикалюка. В ударе сегодня Александр. 51-51. Фрейзер. Статус-кво у нас в матче. Рябчук. Фрейзер. Хороший пас от Фрейзера. И свободный Шоу со средней легко атаковал. В защите, конечно, очень крайне неудачно играют. С линии штрафных. Но повезло, что не забили, конечно, южницы. Повезло Николаеву. Цикалюк нет. Но не своим делом заниматься, конечно, не нужно. Кожемякин сам обыгрывает. Сейчас долго потеряет водится, мяч. Долго. Ну, передачу. Леша неудобный бросок трехочковый делает. И потерял мяч. Вот я не вижу, кто Конев. Это был. Конев. Владимир Конев не смог подобрать. Возвращается в игру Владислав Тонченко. К счастью для николаевцев, несерьезная оказалась у него травма. Кожемякин вернулся на скамейку запасных. И Денис Иванов готов внести мяч в игру. Лукьянов.
Конченко. Пошел Иванов. Комбинация была под Иванова. Дениса за дуги. Не точно. Не точно. Цикалюк. Я бы записал этот подбор на Цикалюка, но забрал на все-таки Тонченко. Лукьянов. Цикалюк решил из-за дуги. Браво, Александр. А не день рождения ли сегодня вот у Саши? Вот я тогда, судя по его действиям, все получается. 3 очка от Цикалюка. Таким образом, уже 19 очков на счету Александра Цикалюка. Он самый результативный игрок сегодняшнего матча в составе обеих команд. И лидер по подборам. И лидер по подборам. 12 подборов на его счету. Конев из-за дуги отвечает. Конев. Какой интересный баскетбол сейчас у нас здесь в Николаеве. Равный счет. Равный счет, равная игра. Соперники не хотят уступать друг другу ни в чем. Цикалюк. Один в один сегодня Саша еще не обыгрывал. И фалят. Вынуждены фалить южинцы на нем. По-моему, Владимир Конев получил персональный. Нет, Вячеслав Петров. Петров. Первое персональное замечание Вячеслава Петрова. Нет. Третий фол Владимиру Коневу. Конев. Ты прав сегодня. Оказался, Филипп. А Конев лидер своей команды по забитым очкам. 14 на его счету. Цикалюк на линии штрафной. Забивает Александр. Даже фолы забивает сегодня Цикалюк. 20 очков на счету Саша. И минимальное преимущество Корабелов 55-54. Второй бросок мажет Александр. Счет неизменный 55-54. Рейзер. 4 минуты сыграно в третьей четверти. Упорная борьба у нас здесь в Николаеве. Петров сам попытался Фрейзер брать. Фрейзеру не точно. Казалось мне, что не точно, но Фрейзер забивает эти три очка. Нельзя оставлять Фрейзера на дуге. Тонченко попытался помочь Цикалюку. У Фрейзера уже 14 очков. И Цикалюк. Из-под кольца 2 очка полукрюком. 21 очко. 22. Теперь не только сверху забивает Цикалюк. Фрейзер, шоу, это шоу из-за дуги, не точно. И проиграли подбор еще. И блокшот от Цикалюка. Дают играть жестко судьи. Ануфриев, казалось, уже владел. Завладел мячом, но очень активно навязал борьбу Ануфриеву Мэтью Шоу. И все-таки смог завладеть мячом. Впереди Химик. А вот 57-59. Три очка от Иванова не точно. Не очень была удобная позиция у Дениса. Фрейзер не стал атаковать, ждет своих партнеров. Фрейзер из-за дуги не точно. Точно подержать мяч. Нет, мяч остается. Нет, все-таки рефери зафиксировал, что последним мяча коснулся Мэтью Шоу. И вот Чемякин дает возможность отдохнуть Цикалюку наставник Корабелов Сергей Кирлан. Блестящий матч сегодня проводит матч, Александр блестящий Цикалюк. Блестящий отрезок провел Цикалюк. И все же отдохнуть ему нужно. Тайм-аут. Тайм-аут взял Олег Юшкин. Третью четверть пока МБК Николаев проигрывает Южинскому Химику со счетом 10-15. Аграрная компания «Авангард» – официальный партнер Федерации баскетбола Украины. Чуть меньше 5 минут остается провести командам в третьей четверти, а точнее 4 минуты 46 секунд, 57-59. Впереди Южинский «Химик». Тонченко, Лукьянов, Ануфриев, Иванов, Чемякин. Ну, единственная замена это Чемякин. По выходит. Позиции, замена по позиции у Николаева. Цикалюка, я думаю, вместо Цикалюка, я думаю, что Чемякин дает отдохнуть Цикалюку, потому что сегодня очень хороший матч Саша проводит. И меняют его не потому, что что-то не ладится, а просто дают отдых. Тонченко. Тонченко. Иванов. Иванов после забитых 3 и 2 очка подряд. Давно не забивал Денис, не получается попасть. И очень плотно защищается против него южнинцы, это тоже следует отметить. Тонченко, хорошо прессингует Тонченко. Потеря. То ли пас, то ли бросок от Тонченко, но очень неуточный. И
Рябчук из-за дуги сам в раннем нападении наказание тут. Точно, мгновенно. Каждую ошибку южницы наказывают. И плюс 5 у Южного. Николаеву надо что-то делать. Лукьянов забивает 2 очка. Или не забивает. Мы не увидели. Забивает, забивает 2 очка. Вот показывает рефери, засчитывается 2 очка. И Мэтью Шоу персональное замечание. Лукьянов очень смело пошел на бросок сверху. И это принесло свои плоды. Двойная замена у Корабелов. Шестуха, Кожемякин. Вместо Тонченко и Иванова. Лукьянов хладнокровно реализует атаке. Штрафной бросок. Таким образом зарабатывает 3 очка в одной атаке. У Лукьянова уже 10 пунктов в активе. Зонный прессинг. Фрейзер. Фрейзера нельзя, конечно, оставлять на дуге. Рябчук. Пора атаковать. Рябчук сам. И Шоу со средней дистанции не точно. Время на атаку вышло, мяч переходит на пользу МБК Николаев. Счет прежний, 60-62. И вот появляется на паркете Илья Сидоров. Он уже не самый результативный. Не самый результативный, но первую половину, первую можно половину сказать, именно что он держал свою команду на плаву, скажем так. Шестуха. Лукьянов. Не отдал мяч, долго стоит. Скрытая передача и потеря. Ну нельзя. И перемудрил Лукьянов нельзя в этом матче, эпизоде. В таком боевом, скажем так, настрое. Нельзя отдавать такие передачи. Сидоров. Рябчук. Шоу. Пока по периметру выходит мяч. Рябчук сам зашел спокойно под кольцо. Ну дали Николаевцу ему пройти. Нет, Соколюка проигрывает подбор. Кожемякин все-таки накрывает своего оппонента. Кожемякин. Не торопится Кожемякин. Счет прежний 62-60 в пользу Химика. Шастуха не стал бросать из-за дуги. Сам прорвался все-таки. И сам забил. Сравнивает очередной раз. И в этом матче ничья. Счет. 62-62. Увлекательная борьба. Рябчук. Сидоров. Показывает комбинацию. Два больших вверху. Нет, один большой. Сидоров сам. Неудобный бросок делал. Но почему Шестуха стоит? А у Шестухи 4 персональных замечаний. И боится вступать в лишнюю борьбу. Но Александр. 4, но подбор. Надо бороться. Хоть и 4. Алексей Ануфриев, тем не менее, выиграл этот мяч. Но и вот возвращается мяч на паркет Александр Цыкалюк. Напомню, что он Илья, самый результативный. И Илья Жуковский выходит на паркет. В составе обеих команд. 22 очка у Александра Цыкалюка. Отдохнул 2 минуты, Саша. И уже 11 подборов. То есть дабл-дабл в сегодняшнем поединке Александр Цыкалюк уже сделал. Шестуха. Нарушает правила сейчас Александр Антипов. Конечно, есть у меня большие вопросы по статистике Цыкалюка. Он сделал 4 добивания, а здесь показывается, что у него только 2 на чужом щите подбора. Возможно, что у Саши даже не 11 уже подборов, а гораздо больше. Кожемякин. Сам 5 секунд, атака. 2 очка. Кожемякин. Андрея Кожемякина. Выводит свою команду вперед. И уже 6 очков у Кожемякина в сегодняшней игре. Вновь впереди хозяева 64-62. Неимоверная атмосфера у нас здесь сейчас в спортшколе «Надежда». Завелись трибуны. Напомню, что и большая группа поддержки прибыла из Южного. И сейчас такая вот даже своеобразная дуэль болельщиков. Фан-сектор Николаева против фан-сектора Южного. Ну, фан-сектор Николаева, конечно, немножко больше. По представительнее выглядит. Но, тем не менее, южнинцы очень активно поддерживают своих любимцев. Шастуха. 5 секунд. Видит ли Александр? Пора атаковать. 3, 2, 1. Успел выбросить. Жуковский из-под кольца. А Жуковский из-под кольца не забивает. Илья, как же ж так? Ну не забивает, не забивает. Надо бежать в защиту. Соколюк смахивает мяч. Атака могла быть у южинского Кожемякин. Химика. Шестухи передачи. 2 очка быстро прорыва. Кураж от Николаева. 50 секунд до конца.
И не спешат южнинцы. 66-62. Рябчук. Правильно. Сидоров. Сидоров оставит свою команду. Надо построить и провести хорошую атаку. Бросок со средней, не точно. Не точно, но Лукьянов зеванул. Лукьянов просто зеванул. Скажу, почему зеванул. Потому что он пошел на подбор, а не поставил спину своему игроку. И на линии штрафных сейчас будет Александр Беликов. У Беликова 6 очков пока. И вот сейчас он мажет, также остается. 6 очков еще в сегодняшнем матче набрал Александр Беликов. Второй бросок точно достигает цели. 66-63. 34 секунды до конца. Кожемяка несется сам. Сейчас я вам расскажу, для чего он это делал. И потерял он мяч. А делал он это для того, чтобы провести быструю атаку. И еще осталось еще время, одна атака. Но в результате для Николаева потери, и сумели защититься южнинцы. Да, и время на ответную атаку у Николаева вряд ли останется. Сидоров. Сидоров просто тратит время на эту атаку. Вот пора пошел в проход Сидоров. Со средней отступили николаевцы, и мгновенно этим воспользовался вынос, Илья быстрый Сидоров. Вынос. 5 секунд, Шастуха успеет выбросить мяч. Но с центра поля потерял. Нет, потеря. Все-таки потеря. И не попал в кольцо кто-то. Очередная неудачная концовка для Николаева. И, к слову, это не только в сегодняшнем матче. Это такая тенденция на протяжении последних, наверное, 10 игр. Вот такие кульминационные моменты, когда каждое очко более чем на вес золота. Корабелы умудряются допускать вот такие ошибки. Даже сегодня вторая четверть концовка. Тонченко потеря. 2 очка и пол шестухи. Третья четверть концовка. Кожемякин, понятно, мы поняли, какая у него была задумка. Но в итоге потеря и два очка в ответ. 66-65. Минимальное преимущество МБК Николаев перед заключительной четвертой четверти. Ну, тем не менее, Филипп, что мы можем констатировать? Что пессимистично были настроены многие, скажем так, болельщики даже здесь, в Николаеве, перед сегодняшней игрой. Мы говорили о том, что... А вот я хотел сейчас обратить внимание, что Николаев в среднем в этом сезоне против «Химика». Ну, за три игры, скажем так, забили 182 очка. В среднем по 60 очков за игру. Забивал Николаев. Николаев против «Химика». Сегодня за три четверти уже 66. То есть Николаев как минимум прибавил в нападение. Нападение. Это по сравнению с предыдущими тремя поединками. «Химик» в среднем против Николаева забивает 80. Сейчас забил 65. Пока Николаев более... Ну, чуть-чуть более... впереди графика. «Химик» в нападении, чуть-чуть впереди. А Николаев сильно впереди графика. Ну что ж, начинается четвертая заключительная четверть увлекательного поединка у нас здесь в Николаеве, где местный МБК пока выигрывает у чемпиона и действующего обладателя Кубка Украины южнинского «Химика» одно очко 66-65. Антипов, Беликов, Сидоров и Прокопенко. И Прокопенко появился на паркете, Александр. Замена у южинского «Химика». И Мальчевский. Тонченко. Виталий Мальчевский. Пытался прессинговать, не получилось. Прокопенко. Беликов. Хорошая атака в исполнении южинцев. Очередной подбор. Тонченко разгоняет свою команду. Шестуха, Ануфриеву. Шестуха, ну, пешочком так как-то николаевцы. Небрежно Шестуха бросил, не забил. И не забил, и защитились южинцы. Сейчас будет быстро... Быстрый прорыв. Лукьянов пытался спалить, не получилось. Со средней. Выскочил хорошо, в последнюю секунду мяч из корзины после броска Александра Антипова. Ну, бросал чисто Антипов. Надо такие мячи забивать из краски. Тонченко едва не теряет мяч. Успевает отдать Соколюку. Поперек поля передача. И Шестуха. Шестуха точный трехочковый. Какие эмоции сейчас у Александра Шестухи? Настроен по-серьезному сегодня Николаев. Эмоции у всего зала. Давно Сидоров. Мы не видели здесь в Николаеве такой игры против Особенно лидера. Особенно против такого сильного соперника. Против лидера чемпионата. Сидоров со средней продолжает. А Сидоров, не сбавляя обороты, статистику свою улучшает и помогает своему клубу сократить очковый гандикап. 15 очков уже у Ильи Сидорова и тотал 69-67 в пользу Николаева.
Сидоров очень удачно сегодня матч проводит. И когда он бросает со средней дистанции, ну, практически там на 90%, что он забьет. Алексей Ануфриев не забивает капитан, но... Смог справиться с подбором. Лукьянов не стал из-за дуги бросать. Тонченко. Заслон ставит Соколюк. Шастуха успевает выбросить, не смогли накрыть его южницы. Но там первый на мяче. Через руку, конечно, Александр очень Антипов. Сложно было забить. И вот, нет, трехочковая атака так и состоится. От Прокопенко. Лукьянов на подбор надо идти. Лукьянов сейчас статистом выглядел, просто статистом. Повернулся, мяч падает, он стоит. И Ануфриев вынужден получить фол. А третий все из-за раз, неудачных действий третий Лукьянова. Третий раз я акцентирую на Максиме Лукьянове. Внимание конкретно на подборе. Два раза не поставил спину, третий раз просто не пошел на подбор. А в такой игре каждый момент каждый важен. Каждый момент важен. Концентрацию терять нельзя ни на секунду. Хотя с таким грозным соперником. Хотя я должен отметить, что Максим сегодня проводит тоже хороший матч. И в нападении, и в защите. Виталий Мальчевский у нас так промелькнул в кадре. Он появился на паркете. Шоу. Со средней, не точно. А ну, Ануфриев на подборе. Лукьянов. Соколюк. Соколюк сам. Не забивает не сейчас точно. Соколюк. Хотя мне показалось, что Шоу так фалил, но не свистнули арбитры. Сидоров боится Шоу просто атаковать через Соколюка, но тем не менее забивает. А я напомню, что у Соколюка уже три персональных замечания, тоже так осторожно действует в защите. Саша, 69-69, вновь ничья. Какой интересный поединок. Ануфриев из-за дуги. Не точно. Подустали николаевцы. Я не думаю, что теперь будет такой же процент Рухачкова, как был в первой четверти. Забирает Соколюк этот подбор, не получилось. Там совместно с Ануфриевым. Да, Ануфриев, кстати, тоже уже 10 подборов на его счету. Фол Александру Беликову. У Беликова это третье персональное замечание. Алексей Ануфриев тоже близок к дабл-даблу. 9 очков, 10 подборов на его счету. И что сейчас? Было нарушение правил со стороны Владимира Конева? Да, абсолютно верно. Фол Владимиру Коневу. Четвертое персональное замечание у Владимира Конева. У лидера команды. 14 очков на счету Владимира Конева. Он второй по результативности после Ильи Сидорова. Также 14 очков на счету у Фрейзера. Тонченко. Проблема у Николаева с выносом. Что такое? Не засчитывает рефери эти матчи? Нет, этот мяч не засчитан. Я не понял, что произошло. Защитник заступил за лицевую линию. Мешал Тонченко вести мяч. Хотя момент получился хороший. Что стоит Николаев, получается, Ануфриев, вот такой. Какая опасная передача, едва не перехватил ее Фрейзер. Шестуха. Лукьянов. Хорошая передача на Лукьянова, Максим проходит. Нет, остановился. Соколюк. 5 секунд. Пора атаковать. В дырку пролез Алексей Ануфриев и не забивает из-под кольца. Здорово сейчас разыграли южницы мяч. Не атаковать. А вот Конев почему-то решил не атаковать. Или в спину бежал Ануфриев, побоялся, что накроют. Наверное, правильное решение. Спокойно разыграют южницы эту атаку. Конев. Перехват. Тонченко делает перехват. Не спортивный нет, или... Нет, защитник, еще один защитник был уже ближе к кольцу к своему. Поэтому это просто фол. Первый, к слову, первый. Я цитирую внимание на том, как аккуратно сегодня действует Илья Сидоров на площадке. Илья Сидоров очень хорошо остановил эту атаку. Практически 100% 2 очка не дал забить. И всего лишь сбоку для Николаева. И третий командный у южнинского химика. 6 минут 15 секунд до завершения четвертой четверти. 69-69. Равный счет у нас здесь в спортшколе «Надежда». Шестуха. Ануфриев с этой точки Леша уже забивал, не стал атаковать. Тонченко сам отсчитал. Очень неверно, неточно. Неверно. Очень решение неточно, может быть верное, но абсолютно неточный бросок. Сидоров сам и фол нападения получает Сидоров. Этот мяч защитен, конечно, не будет. Шестуха отработал в защите. Второе персональное замечание у Ильи Сидорова. И четвертая команда для южнинского химика. Все, каждый следующий фол от химика будет пробиваться.
И а у Николаева на данный момент только один командный только фол. Один командный фол, да. Тонченко. А давно, давно не забивали команда. Обе причем, да. Шестуха. Ну, силы не безграничные явно. Да. И у николаевцев, и у южнинцев. Очень много борьбы. Получил Соколюк. Один в один будет обыгрывать Саша. Продавил просто. Но продавил, но накрывает, накрывает Александра Соколюка. И быстрый прорыв южнинцев. Успела Нуфриев вставить руку свою. Тонченко. Какой увлекательный баскетбол у нас сейчас в эти минуты в спортшколе «Надежда». А какая борьба. Два рывка сделал по 30 метров, решил бросать 3 очка. Мне кажется, что это ошибка. Ошибка от опытного игрока. Торопиться не нужно было. Не могут пока забить обе команды уже несколько минут. Вот Фрейзер. Подустали. На высоком, высокий темп, высокая скорость. А вот Сидоров тоже подустал. Сидоров проигрывает подбор николаевцы. И вот наконец-то прерывает эту безголевую феерию Вячеслав Петров. Плюс 2 для южнинцев. 71-69. Впереди гости. Хороший момент. И подбор на чужом, и 2 очка. И важные 2 очка для химиков. Фол. Вячеслав Попов и получает свой. Первое персональное замечание. И тайм-аут. Первое персональное замечание. Александр Цыкалюк встанет на линию штрафных бросков. Первый фол абсолютно верно у Вячеслава Петрова. И тайм-аут берет Олег Юшкин. А, это медиа-тайм-аут. 5 минут. Ни одна из команд не брала тайм-аут. И арбитр показал 2 кулака в стороны. Медиа-тайм-аут. Аграрная компания «Авангард». Официальный партнер Федерации баскетбола Украины. 4 минуты 44 секунды до завершения четвертой четверти. 2 очка, двухочковый гандикап у южнинского химика, 71-69. Я так предполагаю, Филипп, что увлекательную концовку мы станем свидетелями увлекательной концовки. Ну, матч уже увлекательный в любом уже случае. Он уже удался, это факт. А пока у нас такая пауза, скажу, что южнинскому химику предстоит еще провести в этом сезоне 2 игры с Одессой точно. Две, да, вот, то есть всего южнинцам еще предстоит провести 5 игр. Николаевцам, соответственно, 2. Николаев отправится в турне в Киев, где померяется силами с «Динамо» и «Инфизом». А у южнинцев, как ты уже сказал, дерби с Одессой, игра с черкасами. Ну что, Цыкалюк, очень важные броски. Очень важные броски. Устал Саша, сможет исправиться со своими эмоциями, скажем так. Первый точно от Александра Цыкалюка. 23 очка уже в активе Александра. Он самый результативный игрок сегодняшнего матча. Ну, второй не точно поборолся Шестуха. Намертво зафиксировал мяч Александр Рычук. Очень уверенно забрал этот мяч. Фрейзер, Рычук. Плотно играет Тонченко в защите. Фрейзер просит мяч. Будет сам решать Фрейзер. Фрейзер сам. Со средней. И Ануфриев делает свой черный подбор. Не точно Фрейзера. Очко разница. Все впереди. Все, вся борьба еще впереди. 4 минуты 10 секунд до завершения четвертой четверти. Тонченко пошел в проход. Не стоит там бросать против большого. Шестуха. Снова небрежный бросок. Цыкалюк забрал мяч. И фол! Да, как нарушил правила. С таким опозданием был свисток. Вячеслав Петров долго думал рефери, но тем не менее свистнул. Мне показалось, что держали Цыкалюка сразу, как только он подобрал мяч. Владимир Конев вновь в игре. Покинул паркет Александр Прокопенко. Замена у южнинцев. Цыкалюка еще один шанс сравнять счет. Не точно.
долго готовится, Саша долго настраивается. На это отводится 5 секунд, конечно, но редко такие свистки даются. Второй бросок таки достигает цели. И вновь у нас ничья в сегодняшнем матче. В который раз уже 71-71. Фрейзер. Все, справились с выводом мяча со своей половины. Петров просит мяч под кольцо. Получает Цыгалюк, накрывает. Опасно выбивал. Могут дать на грани фол. Фола такой, да. Могут дать фол. Мне даже уже показалось, что будет свисток. 5 секунд до конца. 5 секунд до конца владения атаки южнинца. Шоу. Фрейзер, я думаю, Фрейзер. Петров. Ну как же так, надо держать. Петров не забивает, никто не стал. Но это повезло сейчас Николаеву. Допустили позиционную ошибку Корабелы. Бросал Вячеслав Петров, оставили на периметре неприкрытым. Ну, процент Петрова, конечно, по сезону не самый лучший. Но тем не менее. Но в таких играх нельзя оставлять, нельзя никому давать бросок. Ануфриев долго. Лукьянов. Цыгалюк. На Лукьянова. Два очка. Хорошая связка сейчас. Комбинация стеночка. Да, и уйди называется. 73-71. Выходит вперед хозяева. Рябчук. Посмотрим, чем ответят южнинцы. Пойдет под кольцо. Цыгалюк Петров. Упирается. Петров. Хороший полукрюк. Не точно. Шоу. С фолом забивает. Шоу забивает. А кому же фол? Наверное, Лукьянову. Скорее Лукьянову. Мы сейчас это увидим. Нет, Александр Цыгалюк четвертый. Четвертый Цыгалюку, да. Замену произвел Олег Юшкин, Антипов на паркете. И Шоу на линии штрафных. Очень важный мяч забил для своей команды Шоу и забил его с фола. И может вывести свою команду вперед. Так и есть, да. Три очка в одной атаке у Мэтью Шоу. И вновь минимальное преимущество южнинцев 73-74. Самое вкусное только начинается. Цыгалюк сейчас не стоит отдавать, я думаю, за другие такие вот передачи. Вот это лишняя была передача. Не стоит. Это ошибка, серьезная ошибка. И Тонченко такой тактический ну, фол. Да, это остановил Тонченко атаку. Цыгалюк заигрался. Немножечко в конце такие пасы нельзя давать. У Тонченко это первое персональное замечание. И третье командное для МБК Николаев. Тайм-аут взял Олег Юшкин. Кирлан еще не брал у нас в четвертой четверти тайм-ауты. Сергей Кирлан. 2 минуты 42 секунды до конца основного времени поединка. Плюс одно, у гостей, у южинского химика. И владение сейчас после тайм-аута также будет у южинского химика. Аграрная компания «Авангард» – официальный партнер Федерации баскетбола Украины. Интересно, вот я сейчас говорю, мы видим в кадре скамейку МБК Николаев. Хватит ли в первую очередь физических сил у Корабелов, да, ну, осталось побороться две в эти заключительные минуты? Осталось 2,5 минуты, я думаю, уже на, как говорится, на зубах. Морально-волевых, да. Да, вытянут. Но надо не забывать, что южинцы тоже устали. Ведь играет не только Николаев. Поэтому, я думаю, в равных условиях сейчас находятся команды. Что, Чемякин готовится войти в игру? Нет, Цыгалюк остается Цыгалюк на паркете. У Цыгалюка 4. Надо дотерпеть. Саша, он очень важен сегодня для своей команды. Сегодня он блестящую он игру выдал. Игрок, конечно. 24 очка в активе Александра Цыгалюка. И 15 подборов. И 15 подборов. Фрейзер. Шикарный дабл-дабл. Фрейзер. Паспорт хорошая концо. Передача на Конева. Цыгалюк делает свой, нет, не делает свой 16-й подбор. И Шоу получает фол. Шоу или... Нет, да, Шоу. Толкал он в спину. У Шоу Постоху. Это третье персональное замечание. А с учетом того, что уже 5 командных у южинского химика, этот фол сейчас и пробивной. Шестуха на линии штрафных уже ждет. Арбитров ждет. Мяч. Совещаются. Пробивать ли 2 очка? Вот сейчас, да, рефери, что они, какое решение примут? Нет, 2 очка нет, не пробиваются. Я вам расскажу, почему. Мяч был ничейный. Никто не владел этим мячом.
Сергей Кирлан оспаривает это решение. Мяч был в воздухе после подбора и в это время получил фоул-шоу. Просто мяч сбоку. Все правильное решение приняли арбитры. Ну, конечно, недовольные зрители здесь, в спортшколе «Надежда». Всем бы хотелось болельщикам Николаева, чтобы Шестуха стал на линию штрафных. Шестуха. Браво. Какая комбинация. Блестящая прокурор. Комбинация в исполнении МБК Николаева. Сергей Кирлан что-то подготовил интересное на концовку. Минимальное преимущество хозяев 75-74. Две минуты до завершения четвертой четверти. Фрейзер. Шестуха активно защищается против него. Фрейзер из-за дуги забивает. Фрейзер. Очень важный 3 очка для Южинского химика забил сейчас Брайантон Фрейзер. И выводит свою команду вперед. Плюс 2. Такие трешки деморализуют соперника. Очень сложно. Вполне Шестуха, вероятно, что это может Шестуха оказаться. Шестуха решил ответить. Неудачно Шестуха решил ответить. Тольченко неуверенно пошел на подбор. И Фрейзер с мячом. Снова Фрейзер, снова из-за дуги. И снова нет сейчас на этот не раз не точно. И мяч. От Рябчука покинул пределы паркета. Рябчук все-таки смог подобрать мяч, но вылетел за лицевую линию. Тайм-аут берет Сергей Кирлан, если я правильно понимаю, да. Тайм-аут от наставника Корабелов. И Николаевцы будут выносить мяч на половине поля. Да. Минута 28 секунд до завершения четвертой минус четверти. Минус 2 для Николаева. Фрейзер для своей команды забил просто... Ну, очень вполне еще может так оказаться, она Филипп, будет что это ключевая трешка. Зажигательный такой танец в исполнении группы поддержки МБК «Николаев». И напряженные лица игроков и тренерского коллектива Южинского химика. Несмотря на двухочковый гандикап, победитель в сегодняшнем матче не определен. Полторы минуты, конечно, до конца еще время очень много. Но Николаеву желательно забить в этой атаке. Тогда какие-то шансы на спасение матча. Если не забивают, это тоже еще не трагедия. Защититься еще очень много времени. Но забить нужно. Лукьянов, Тонченко, Шестуха, Цыкалюк, Ануфриев. Пятерка, которой доверил сейчас место на паркете Сергей Кирлан. Цыкалюк получает Лукьянов. Ну неудобно и терять. Нет, не теряет Лукьянов. Шестуха из-за дуги не стал атаковать. Тонченко из-за дуги хорошо разыграли. Не забивает Тонченко. Но какая борьба. Пробеж. Тонченко получает замечание, да. Выражаясь футбольной терминологией, в подкат пошел Владислав Хорошо Тонченко. Хорошо, пошел на подбор, не успел, фалил, ничего страшного. Четвертая команда сбоку для Южного. Ну, теперь Южному химику нужно забить для уверенности. Для уверенности, если не забивают, то еще не все. А потом защититься, да. Да, то еще не конец. Шестуха, Рябчук. Но Тонченко бросал чистый, это просто, ну, не забил, скажем так. Фрейзер. На ногах Фрейзер. У него, ой-ой-ой, какой это момент. Это нападение от Конева. И пятое персональное замечание для Владимира Конева. Этот фол также не пробивается. Пятое персональное для Конева. И так не пробивной он, да. Кровь у Тонченко. Я думаю, сейчас арбитры попросят или покинуть площадку Тонченко, или заклеить колено. Не хотелось бы, чтобы Тонченко покидал площадку. Для Николаева, да, он ключевой первый номер. Тонченко окровавленными руками ведет мяч. Какая борьба, настоящая мужская борьба в сегодняшнем поединке у нас. До крови, да, что называется. Шестуха открылся, получил. Ануфриев не стал из-за дуги. Не дают бросать капитану. Цыкалюк, пора атаковать. Саша забивает очень Цыкалюк. Важные два очка Александр Цыкалюк. И вновь ничья. 77-77. Тайм-аут берет Юшкин. Равный счет. Какой интересный у нас матч сегодня, Николай. Что мы видим? Южный идет по графику. 77 очков, приближается к 80. Это я напоминаю телезрителям, что ты говоришь о том, что статистика очных противостояний трех сегодня в нынешнем чемпионате такова. Южный Николаеву в среднем забивал по 80 очков. Даже не в среднем, а все время. 78, 81, 80. Около 80. Николаев забивал
60-61. Николаев перевыполнил уже план свой. Да, а Южный игр... идет в графике. А Южный в графике, да. То есть, если так посмотреть на ситуацию, то Южный сегодня не справился в защите. А Николаев, наоборот, прибавил в... Николаев прибавил в нападение. Нападение, да. Вот так. И вся борьба в сегодняшнем матче и вопрос о победителе еще не решен и не раскрыт. 40 секунд. Полная атака Южного. И есть время на ответ у Николаева. Есть время на ответ у Николаева. Но будет сильно зависеть, как закончится атака Южного. Или же другой вариант. Сейчас быстрая атака от Южного, чтобы осталась еще одна атака у гостей. Ну, то есть стратегия может быть разнообразной. Филипп, сейчас мы посмотрим. И вот мы посмотрим, что сейчас наставники и Олег Юшкин, и, соответственно, Сергей Кирлан, что они, какие припасли сюрпризы друг для друга. Секунд. Можно, конечно, попробовать быструю атаку сделать, потом защититься, еще раз атаковать Южного. Как ну, вариант. Все внимание на как паркет. Вариант. Рябчук вводит мяч в игру. Прессинговать пытаются Карабелы. В углу зажали. Нет, такой фол сейчас, конечно, не снизу. Фрейзер, опытный Фрейзер будет держать мяч. Шоу, Фрейзер. Под кольцом борьба идет. Там 3 секундочки может свистнуть. Фрейзер будет брать на себя. Нет. Ануфриев остался с большим. Фрейзер из-за дуги. Забивает Фрейзер. Тайм-аут от Кирлана. Нет. Нет, не берет тайм-аут Тонченко. И вот сможет ли ответить Николаев. Надо шевелиться. Шастуха, почему? Долго, очень долго все. Это правильный фол. От Петрова Вячеслава фол правильный. Тонченко стоится на линию штрафных, но ведь 3 очка разница. И вот тут какой вариант, если Николаев забить первый и попытаться... Третий да фол нет. у Петрова. Забить первый нет, и попытаться нет. второй... Забить два и фолить. И фолить. И у Сергея Кирлана есть тайм-аут. Но шансов немного, но не есть. Забить чисто два теоретически, надо в любом но мы отмечаем, какие важные ключевые 3 очка забил опытнейший Фрейзер. Забил за 1,5 минуты до конца 3 очка. И вот и сейчас забил за 20 секунд. 20 секунд. Девять секунд у Николаева для того, чтобы попытаться спасти этот матч. Трехочковый гандикап у химиков 80-77. Впереди подопечные Олега Юшкина. Ну, как бы там ни было, но мы благодарим обе команды за тот искрометный, зрелищный баскетбол, который они сегодня подарили каждый своим болельщикам. Было много ярких моментов. Были и ошибки, безусловно. Но игра удалась. Игра удалась, но игра еще не закончилась. 9 не секунд, да. Тонченко на линии штрафных. Владислав Тонченко неплохо пробивает штрафные в этом сезоне. Ну, вот тут момент такой. Сейчас важный. Тонченко забивает, надо фолить. Но на площадке Цыкалюк, у которого 4 фола. Возможно, можно было бы выпустить Чемякина для того, да, чтобы, для он того чтобы он свалил. Но, с другой стороны, Цыкалюк становится на подбор. Если Тонченко промажет, возможно, Цыкалюк сможет забрать этот подбор. Первый точно Первый от Владислава точно. Тонченко. Второй в любом случае И вот сейчас надо о чем-то... Мне так кажется, Филипп, что будет не бросать сейчас. Посмотрим, посмотрим, да, что придумает. Время еще есть, 9 секунд это много. Тонченко забивает. Забивает 2. И тайм-аут берет Олег Юшкин. Ну что, предыдущий тайм-аут брал Сергей Кирлан, и теперь у Николаева нет тайм-аута? У Николаева теперь нет тайм-аутов. Получается, что так, да. Интересное решение. То есть сейчас будет фол, это мы понимаем. Сразу, да. Южинцы будут бросать 2 штрафных броска, а потом у Николаева не будет тайм-аута, чтобы выносить мяч с линии, со стороны соперника. Интересно. Но теперь задача, как можно быстрее свалить, потому что всего осталось 9 секунд. Это хорошо понимает Олег Юшкин и Сергей Кирлан, который вот сейчас в кадре у нас. Но в среднем хороший процент реализации штрафных у всех игроков Южинского химика. Поэтому тут а еще вопрос. А не имеет значения, на ком фолить?
даже если забивают два. Можно забить три, Николай, в ответ и перевести игру в овертайм. Но это такие сложные математические вычисления. Как получится на практике, мы увидим уже в ближайшие... Первая задача – это попробовать перехватить, конечно. Это задача номер один. Задача номер два – спалить. Это ты все называешь для МБК «Николаев». У Южненского химика задача совсем абсолютно другая. Спокойно довести этот матч до победы. Додержать мяч. Додержать, да. Ну, додержать, я думаю, никто не даст. Но Цыгалев по-прежнему на паркете. 80-79. Кто бы мог предположить, что такая до последней секунды... Арбитр подошел к николаевцам и попросил грубо не фолить все-таки. Все понимают, что сейчас будет фол. Но чтоб был без грубости. Фол от Алексея Нуклева. Фол, капитан. Смотрим, кто будет пробивать у нас штрафные броски. Вячеслав Петров. 72% у него в среднем по этому сезону по штрафным броскам. По штрафным достаточно высокий неплохой процент, поэтому я не думаю, что это самый лучший вариант. Ну, как случилось, так случилось. И на линии Вячеслав Петров не точен первый бросок. Не точен, 8 секунд. Если не забивают, быстрый подбор и быстрая атака. Если забивают, тайм-аута нет. Тайм-аута нет, да. Забивает. И вот теперь нужно мчаться всем вперед корабелом. Точно. Разгоняет. Цыгалев мешает. 5 секунд в распоряжении. Пробежка. Была пробежка. Шестуха. Не дает бросить. Шестуху, и это поражение. Это поражение и, соответственно, победа Южненского химика. С минимальной разницей в счете. Лишь минимальной. 2 очка. Разница. 2 очка, да. Прошу прощения. 81-79. Мы поздравляем Южненский химик с победой. Поздравляем тренера Олега Юшкина с победой. И благодарим Сергея Кирлана и его подопечных за ту борьбу, которую они навязали. Мы благодарим две команды сегодняшние, которые показали нам хороший баскетбол. Берегите себя и своих близких, уважаемые телезрители. Мира и благополучия всем вам. До встречи в эфире. До новых встреч.